Когда я увидел вас сегодня, я подумал, о боже, у меня была женщина, милица из визы. Так ее милица звали, да? Как-то так. Увидела она на рынке в Зварнике виноград, крупный. Как будто это, я извиняюсь... Не порть аппетит. Ничего страшного. Как голубиное говно. Она говорит, принесешь виноград, я буду твоей. Я принес виноград. Она была так рада, потом взяла меня за руку и повела к стогу сена. Сено так пахло. Я не знаю запаха лучше, чем то сено. Ближе к делу, а? Я хочу обойтись без грубости. Как вы называете это? Вы занимались любовью. Да, вот именно, так все и было. Я занимался любовью, а она ела виноград. Вот когда я полностью в ней разочаровался.